предыдущих эпизодах игры. Газета неплохо заплатила тебе за информацию, Рика. Так что не тяни. Тебе придется многое объяснить. От дохлого ноута тут не больше толку, чем от кофеварки. Может, Саид починит? Говорят, ты нашел свой ноут. Похоже, ты раскрыл еще один мой секрет. Все, что происходит на этом острове, имеет смысл. Виадомус. Латынь. Это значит «домой». На острове все по-другому, сынок. Береги себя. Мы открыли люк. У люка. Дай ему ту батарейку. Ему не терпится заглянуть в твой ноут. Думаешь, мы здесь случайно? Это необычное место. У каждого из нас была причина попасть на остров. Вот почему ты должен вспомнить, кто ты. Он человек науки. Я веры. Вопрос в том, какой ты человек. Саид очень хочет узнать, кто ты. Они с Джеком скоро выйдут из терпения. Привет. Я не знаю. Он где-то там, в джунглях. Мы с мужем летели в Америку по делам нашей фирмы. Джек подозревает тебя. Он отправился на плоту искать помощь. Я знаю, у него получится. Я доверяю Кейт, а она тебе. Ты один из них? Слыхал новости? Сойер, Майкл и Джин у нас герои. Придумали себе новые приключения. Поплыли на плоту за помощью. Ну, что-нибудь нужно? Не знаю. Джек все носится со своими секретами. Прямого ответа не вытянешь. И нас, как всегда, не берут в его команду. Не видел. Наверное, мастерит какое-нибудь радио из кокосов. Саид суров, но справедлив. Конечно. Я же был в драйшафт. Басистом, ну и на подпевках там. Ездил в Сидней к брату Лейму. Хочу возродить нашу группу. Вот выберусь с острова... И мы всем покажем, где раки зимуют. Мы с тобой, Кейт, не интересуем. Вот Джек или Сойер, да. Джек любит геройствовать. Джек, Кейт, Джон.
Все любители шляться по джунглям, играя в героев. Все товары на витрине. Спасибо, что помог голодающему басисту. Четыре, восемь, мы все умрем. 15. Не надо тебе это знать, чувак. Динамит и люк — это плохо. Верь мне, это ловушка. Не ходи туда. Ушел к люку. А я говорил им о числах, но меня не слушали. Этот остров зло, чувак. Не хочу тебя пугать и все такое, но мы все умрем. Саид крут. Не связывайся с ним. Он, как это там? Пыточных дел, мастер. Чарли хороший парень. Он был в рок-группе. Правда, в группе одной песни. Это я его уронил. Все моя вина. У него проблемы с отцом. Место, где живут числа, друг. Не ходи туда. Числа — это проклятие. Они ломают жизнь, друг. Зачем я их услышал? Аборигены меня достали. Хочешь задать мне вопрос, так? Это мы взрывали люк. Он у другого входа в бункер, который мы нашли. Да, он хороший парень. Ведь ты уже знаешь ответ, да? 23 тысячи долларов – награда за мою голову. Я видела здесь много странного. Знаю, что он не верит тебе. Кладовка с припасами. Нет.
пустышка. Плохо. Пустышка. Плохо. 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 Пустышка. Плохо. Пустышка. Не очень. Пустышка. Пустышка. На острове все по-другому, сынок. Береги себя. Пустышка. Нет. Пустышка. Не в кадре. Я гений.
На острове все по-другому, сынок. Плохо. Попробуем еще. Что один снеговик сказал другому? Смерть на бегу лучше, чем хоть минуту еще прожить в том месте. Слыхал обо мне? Я тот дурак, что 3 года жал на кнопку, Дезмонд. Это не бункер, это чертов склеп. Послушай меня, брат, развернись и иди прочь. Не знаешь? 4, 8, 15, 16, 23, 42. Твоя очередь, брат. Я не один из врагов, если ты об этом.
Джек. Мы встретились, когда бегали по ступеням стадиона в Лос-Анджелесе. Теперь он здесь. Мир тесен. Все, что я знаю, записал на стенах. Смотрите сами. И читайте дневник. Рядом с поворотом винта. Пустышка. Попробуем еще. Иди за мной след в след. Иди за мной след в след. Сюда! Ищи! Нет. 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 Кого мы ищем? Кого мы ищем? Где же он? Кого мы ищем? Кого мы ищем? Кого мы ищем? Зевать. Тут и нет никого. Thank you.
Надо забрать вещи. Зум нужно подкрутить. Нет. Слишком мелко. Ближе. Зум нужно подкрутить. Не в кадре. Не очень. О, вот за что я получаю бабки. Плохо. Говорят, ты нашел батарейку. Думаю, она подойдет, так что скоро мы узнаем ответы. Но я не могу впустить тебя в бункер, пока ты не назовешь свое имя. Извини, но мы не знаем, кто ты. Я починю твой ноут. А пока вот список пассажиров. Если ты докажешь, что там есть твое имя, мы убедимся, что ты не враг. И тогда мы впустим тебя в люк. Я впущу тебя, как только буду точно знать, кто ты такой.
Мы нашли взрывчатку в джунглях. Подробности тебе знать не обязательно. Он очень долго жил в экстремальных условиях. Кто знает, как изоляция повлияла на его рассудок. Плохо. Нет. Плохо. Пустышка. Плохо. 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 Пустышка. На острове все по-другому. Список говорит нам о том, кем мы были, но не кем мы стали. Боюсь, нет. Хочешь задать мне вопрос, так? Немного.
Только то, что если тебя там нет, у тебя будут проблемы. Нет, но лучше бы ты побыстрее вспомнил, кто ты. Джек все меньше и меньше тебе верит. Дэйв был прав. Мы все умрем. Список делает три вещи. Говорит, кто жив, кто мертв и кто не был в самолете. Узнай свое имя, а я узнаю, был ты там или нет. Чувак, мы уже здесь черт знает сколько. От цивилизации ничего не осталось. Эх, все бы отдал, только бы назад в Сидней, в отель Персефона. Персефон. Знакомое имя. А как же мое-то? Куска. Все бесполезно. Чего-то не хватает. Чего-то не хватает. А-а-а, теперь вспоминаю. То, что надо, друг. Где остальное? Квипрокво. Я поймал твою жену на горячем. Вот три снимка. Доволен? Ты сэкономил мне кучу алиментов. Так плати. Номер 42, отель Персефона. Сегодня вечером у Савы сделка. Щелкнешь в нужный момент, и все обложки твои. Но держи ухо востро, друг. Поймают, убьют. Ради снимка готов на все. Ради снимка готов на все? Это была моя тема, не твоя. Сукин ты сын, Эллиот Маслоу. Просто пытаюсь догнать тебя, детка. Мое имя Эллиот Маслоу. Да, Эллиот. Итак, я получил прозвище Хёрли. Чувак, ты вообще меня слушаешь? Вспомнил? Молодец. Может, рассказать, как я получил свою кличку? Наконец-то. Будем знакомы, Эллиот. Пока ничего, но очень хочу. Чем могу помочь?
Я буду здесь, если что. Плохо. Нет. Плохо. В твоем ноуте очень сложная система защиты. Необычно. Если тебя пустят в бункер, ты тоже будешь нести вахту на числах. Пора заслужить наше доверие. Да. В списке есть Элиот Маслоу. Американский гражданин возвращался в Лос-Анджелес. Теперь ты официально признан пассажиром рейса 815. Здравствуй, Элиот. Компьютер. Как только включится таймер, введи по порядку. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Это очень важно. А я пока еще поработаю с твоим ноутбуком. Возможно, мы наконец узнаем, кто ты такой.
Эллиот, что случилось? Что ты сделал? Черт, я ничего не делал. Постарайся найти способ открыть дверь. Я пойду за помощью. И помни, как только включится таймер, ты должен ввести числа. Thank you.
О, вот за что я получаю бабки. Плохо. Пустышка. Пустышка. Плохо. Нет. Пустышка. 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 Нет. Плохо. Нет.
Надо ближе навестись. Удачный снимок. Зум нужно подкрутить. Я гений.
Ты куда это собрался? Джек, не поверишь, что я нашел. Элиот Маслоу. Если так тебя зовут.
что такое? Заткнись. Я починил и взломал твой ноут. Знаешь, что я нашел? Я нашел, что у тебя веские причины забыть. Что там было? Может, ты объяснишь, откуда в твоем ноуте военные карты и список запрещенного оружия? Си-4, Зарин. По-моему, ты врешь про амнезию. По-моему, ты врешь про все. Хватит с тебя презумпции невиновности. Скажи нам для начала, кто ты на самом деле.